Приветище! Это Зельда Слез Королевства, и мы продолжаем помогать поместью Зора освободиться от вот этой жуткой грязи, которая сцепится с неба. Но все не так-то просто. Для того, чтобы подняться по этому водопаду, нам нужен костюм Зора, который я хотел любезно забрать у жены Сидона. Но она сказала, что я не дам тебе его, потому что он не починен, его нужно починить. А для этого нужна чешуйка Араваны. А чтобы ее найти, тебе нужен кузнец. Так поговори с кузнецом. А, это ты. Тебе что нужно? Да мне нужно чешуйку Араваны найти. Древняя Аравана, говоришь? Ну, если она тебе нужна. Я тут слышал, что ее недавно видели у статуи Мифы, что на пике молнии. Это очень редкая рыба, которая использовалась для починки доспехов Зора. Ее не видели уже много лет, а теперь она опять вдруг появилась из-за катаклизма, наверное. Вы что, прикалываетесь? Я только что оттуда пришел. Эй, Йона! Мне кузнец сказал, что рыба где-то здесь плавает. Ты ее случайно тут не видела? А вот и сама статуя Мифы. А вот и рыба. Походу, это она. Давай, погнали. Линк, погнали. Ну же, хватай ее. Хватай. Блин, она так глубоко на дно ушла. Я еще попробую поймай, блин. Древнюю Аравану я поймал. Хо-хо-хо. Вот, в принципе, и все. А мне тут мозги пудрили. Вот тебе рыбина, держи ее. На. Древняя Аравана. Теперь я могу завершить ремонт доспехов Зора. Подожди немного, я его быстро закончу в мастерской. Ладно, пока в носу поковыряюсь. О! Отлично, все готово. Да блин, я даже не успел в носу поковыряться. Ты такая шустрая. Угу. Доспехи теперь как новые. О, скорость плавания вообще шикарно. Сейчас я быстро стартану наверх, как ракета. Пусть это поможет тебе разыскать принцессу Зельду. Все, благодарю. Надеваем, значит, на себя этот доспех, где он у меня, вот он. Ну чё, встряхнем стариной, как старый добрый. Мне вот интересно, я сейчас прям в водопад залечу, и смогу ли я, не опускаясь вниз, по нему подняться. Итак, проверяем. Во, сразу же поплыли наверх. Шикос. Юху! Амутный. Что это такое? Остров Амутный, наверное, видимо. Или невидимо. Я здесь. А где Сидон? А вот это что такое летает? Это бомбы. Сидончик. Нет, одному очкова. Мне вообще твоя помощь еще нужна, твоя сила. О, тут маленькая гравитация. Это шикарно. О, вижу гидрант. Грязюку поливает. Что, чистая водичка, что ли? Ничего себе, чистая водичка, обалдеть. Так, ну мы этот сейчас гидрант оттуда свистнем. Тем более он безграничен у нас. Ну, в смысле, сам по себе поливает. Мои ресурсы не тратит. Это очень хорошо. Воспользуемся этим. Давай, отмываем. Чистый Линк пришел на помощь грязевому острову. Тут у нас бомбочка, кажется, лежит. А, нет, это еще один гидрант. Но трогать мы его не будем. Все отмываем. О, грибочки там есть. Отмыл тут какую-то пещерку. Пойду загляну, что там у нас. Ха, сундук. Старая карта. Ага. Нам снова нужно будет в каверны спускаться, чтобы найти этот клад. Эй! Прикинь, все, гидрант того. Он больше не поливает сам по себе. Ну вот. Дальше, походу, буду по грязюке перебираться. Есть, конечно, вариант. Есть. Пулять желе Чучу водяного. Как я делал с рыбьим островом. Но что-то мне не хочется тратить это желе Чучу. Да, я зануда. Еще тот зануда, короче. Там сундук, по-моему, наверху, да? Ага. Вот здесь вот желе Чучу нам пригодится. Вот. Гидрант, спасибо за заботу. Смотри, как оно светится. Интересно. А если я с него слизь смою, оно будет нормально светиться или... Давай сейчас попробуем. Сейчас кинем. Ну-ка. Оу!
И здесь нам, походу, понадобится снова костюм Зора. Какой самый низенький? Куда полетим? Куда полетим? Я думаю, что... Давай вон туда сперва слетаем. Так. Мы сейчас должны взмыть, правильно? Во, да, мы как бы подпрыгиваем. Ага. Да, точно, сундук. Летающий камень. Кстати, классная штука. Я их очень много где встречал, но так и не понимал, что это такое. В общем, это механизм Занай, способный висеть в воздухе вопреки закону тяготения. Говорят, в древности Занай таким образом поднимали в небо острова и строения. Смотри, внизу есть сундучок, там тюлин, кстати, бегает. Странно, что его не заподозрили еще и мехи. В общем, я сейчас хочу туда аккуратненько спуститься и просто стырить этот сундучок. А, блин, этот сундук не открыт, пока не победишь всех мехов. Одного скинули. Это лучник. Получай. Готов. Быстренько с ним расправились. Где остальные? Где остальные? Остальные здесь. У меня есть щит. А где щит? Я щит-то не достал, потому что я с двуручным оружием бегаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тогда я сейчас в вихре замучу. Так, хорошо. Разобрались с тем, нет? А тут валяется. Если я сейчас промахнусь... По жопе получил. Долбаная гравитация. О, тут маленькая гравитация. Это шикарно. Ну чё? Прям с лету сейчас летим. Я не знаю, на кого я лечу. Я в любом случае промахнулся, но был эпичный. Эпичный удар. Так, минус один. Теперь лучник. Твоя очередь. Давай запрыгивай к нему. Ну запрыгни ты уже к нему. Ух, как он нормально мне два выстрела-то сделал. Прямо в пятак. Мой свинный пятак шлема. Да ё-моё, как в космонавт какой-то в космосе. Да ёлки-палки, да что ж так тяжело-то с этой гравитацией. Готов, еще один. Последний остался. Давай, тюлин, добей его своим луком. Я знаю, что ты можешь. Во, красавчик. Фу, как хорошо, когда есть товарищи, на которых можно понадеяться. Вот и все. Разблокировали сундук и надеюсь, там что-то отдельное, потому что я сдох ради него. И хочется верить, что не зря. Голема пика! Да ё-моё, я за это сражался. Просто гори в аду этот сундук. Продолжаем наше восхождение. Странно, а что здесь так много парапланов? Я тут, кстати, увидел, кажется... А, платформа толкающая. Ха. Есть у меня одна мысль, что типа надо сделать вот так вот. Кстати, как насчет паровозика из парапланов, а? Раз их тут дофига валяется, почему бы и нет? Сейчас я их присоединю друг к дружке. Теперь нужно все это дело запустить, по всей видимости, при помощи этой ручки. Так. Ага, заряжается. Я встаю сюда. Ай! Стой, 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 стой! Без меня паровозик полетел! А куда? Куда? Куда паровозик полетел-то? А, вот он, падает уже. Стоять! А, не достать уже. Ну и ладно, пускай летит, куда ему там надо. А я, в принципе, наверх уже взобрался. Можно было бы при помощи этих парапланов бы и выше взлететь, но... Поскольку я лоханулся, то ладно. Буду на своих двух лезть. Здорово. Чё бы в тебя кинуть такое, а? О, да у тебя огнемет. Юно, бы шлепни его. Молодчик. Теперь мой выход. Но! Все, ништяк. О, здесь снова есть парапланы, левитирующие блоки. Там колеса. Я, кажется, понял. Мы сейчас будем лететь. Сейчас полетим, учитывая, что есть ролики. Вот, кстати, насчет роликов. Ой, не то сделал. Насчет роликов. Надо прикрепить одни к щиту, чтобы у меня был крутой скейтборд. Давай. Щит доставай. О, поехали. Ну, ну. Свинья необразованная, не хочет на скейте покататься. Короче, вот, все, у меня теперь есть скейтборд. Это очень круто. Теперь мы на эти колесики поставим еще и параплан. И, наверное, полетели.
А вон, кстати, Сидон. Сидон, давай, пока, я не в ту сторону полетел почему-то. Ладно, сейчас спущусь к нему. Как ты быстро сюда так добрался? У тебя параплана нет. Это очень необычное место. Ты уже это говорил, задолбал. Мое тело теперь легче, и я неожиданно высоко взлетал, когда плыл вверх по водопадам. Я тоже так взлетал. Нужно быть осторожнее в незнакомых местах. Линк, смотри в оба там впереди. Я тебе... Ты исчез? А нет, он тут еще стоит. Я тебе то же самое могу сказать. В оба гляди. В два своих рыбьих глаза. Юноба. Юноба. Так, так, стой, 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 не подходи. Юноба, иди сюда, пока он там ничего не... О, красавчик. Ты молочек. А теперь мой выход. А-а-а, какой у тебя мощный лук. Все, я сдох. У меня три чувака на подкреплении, не мог мне никто помочь. Почему я всегда бегу первый в бой? Попыточка номер два. Я въеду туда по красоте. На роликах своих. Здорово. Опа, я подъехал к тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, нормально ты меня шлепнул. Ну давайте, долбите его, ребята, долбите, долбите. На расслабоне, на чиле. Есть другая мысль. Я сейчас просто сопру то, что он там хочет к себе примагнитить. Если у меня это получится, и там... Давай, давай, да. Вот это я забираю, все. Вот, вот, вон туда кидаем. Давайте, парни, деритесь. Деритесь, юноба, давай, давай. Шлепни его своей вот этой мощной булавой. Сидон тоже пикает, давай, долбась его. Ну что вы стоите? Сидон прыгает что-то вокруг него, акробат недоделанный. Во-во-во, пошла жара, давайте, дубасьте его. Мимо. Хорош, давай, юноба, о, ништяк. Так, что он там, упал, упал? Нет, он просто перелетел. Юноба, красава, я сваливаю, давайте шлепните его еще разок. С трех сторон, ну молодчики, вот так вот, вот это командная работа, вот так надо работать. Ага. Ну, мы все очистили. Вперед, Линк. Сейчас я тут останки соберу, а то они могут мне пригодиться. Вот еще стрела. Это со стрелами сложности. Я бегу. Сидон, подожди меня. Я тоже хочу посмотреть, что там. А, ну мы сейчас будем прыгать в водопадик. Ничего себе. Насколько я понимаю, все потоки слизи извергаются из руин над нами. То есть источник слизи должен быть где-то там. Линк, готовься. Будем нырять. Да я готов. Ну что ж, тогда вперед. Ну и я следом за тобой. Блин, это тут как бы высоко. Мне казалось, это не так высоко, этот водопад расположен. Оу! Нифига себе, да там какой-то грязевой орган целый. Храм воды, великий источник воды Хайрула. Реально, как музыкальный инструмент какой-то извергает все, как орган. Нифига себе. Стой, ну тут по такому поводу надо щелкнуться. Можно позу какую-нибудь, типа, во, смотри наверх, типа там вулкан. Можно еще вот так вот сделать, типа из ладошки извергается. Ну все, фотосессия окончена. Пойдем поговорим с Сидоном. Что тут? Как тут? Вижу водяные бомбы. Что делаем? Может мне просто к кругу подойти, и он там он стоит? Какое величие. Подумать только, такие сооружения парят в небе над... владениями Зора. Линк. А вот и источник слизи. В этом нет никаких сомнений. С этим надо что-то делать. Ага. Точно.
Ты видишь, Линк? Нам нужно как-то использовать эту воду. Ладно, я так понял. Остров тут большой, где тут карта? Ну да. Нам сейчас нужно будет отпирать... Сколько там замков? Раз, два, три, четыре, пять. Один запущен. Четыре замка нам нужно будет отпереть, чтобы вода потекла и как по старинке, в общем, все. Ого! Ну и ну. Да тут воды недостаточно. Не получилось. Вот если бы я туда кинул желе водяного чучу, то точно получилось бы. Ты ведь тоже видел, Линк? Механизм все же сработал. Просто воды было мало. Опять этот звук. Мой дорогой потомок. Это источник чистой воды Зора. Открой все четыре крана с помощью своей способности и собери воду. Я покажу тебе, где. О! Вот опять. В этот раз я слышал ясно и отчетливо. Четыре крана. Понятно. Если мы их откроем, то сможем собрать больше воды в амфорах. Блин, в амфорах? Почему нельзя было назвать это кувшины? Ага. Хорошо, вперед, Линк. Вместе. Если мы объединим наши силы, нас ничто не остановит. Ну, это да. Так, хочу посмотреть карту, значит. На минус первом уровне. Это на первом уровне. Значит, за ними идем. То, что на первом уровне. Значит, что мы тут имеем? На этом островке, на который я взобрался, есть сфера. Есть вот такая вот штука мигающая. Но она загрязнена. Сейчас мы это исправим. Ой, не то взял. Вот. Она должна, по идее, воду пускать, да? Ага, точно. Это я возьму. И вот где грязь, сейчас поставлю, чтобы она взорвалась и очистила все вот это вот. Так, отлично. А, подожди, ты видел? Она, короче, вот этот шар подняла. Есть вероятность, что я смогу вот этот шар поднять вместе с вот этим. Черт. Сейчас, подожди. Давай ждем следующий. Следующий. Ты где там? Ну же. Во. Получилось. Ну и я, по идее, вместе с ним должен. Сейчас залезу сюда. Во, отлично. Где там шар этот? Надо его не профунькать. Нам его нужно поставить. А, так вот, вон дырка. Сейчас туда мы его и поставим. Вот, падает вниз. Куда нужно вроде бы. Ну, почти. Сейчас поправим всю эту ситуацию. Вот сюда нам нужно. А, нужно, короче, воду слить, чтобы он туда упал. Он всплывает. О! То, что нужно, вода сливается. Сейчас, секунду. Но она наполняется. Ладно, ждем, когда она сольется полностью, чтобы шар ушел в отверстие. Так. Ништяк, что-то открылось, но не совсем понятно, что там. Теперь мне нужно это все... заморозить. Вот, чтобы она так стояла. А, нифига, она упала вниз. Черт. Что там, что там, что там, что там? А, вон она что. Так, там драка, кажется, намечается. Ты с кем там дерешься? Желе чуть-чуть замочил. Ну, молодчик. Короче, у меня есть мысля. Нам понадобится вот эта вот левитационная панель. Сейчас я попробую сюда прикрепить. Вроде должно сработать. Вот мы ее прикрепляем. Поднимаем. И работает.
Вроде работает. Теперь посмотрим, что нам здесь нужно сделать. Ага. Чего? Чего произошло? Смотри, Линк. Это не иначе, как элемент крана, похожий на водное колесо. Спасибо, Кэп, очевидность. Сейчас я его буду как-то запускать. Ставим здесь. И, по идее, все должно получиться. Ну-ка. Нифига не получилось. Слушай, Сидон, мне, наверное, твоя сила нужна, да? Как, в принципе, и все остальные. Ой. Во, да, точно. Да, ты открыл кран, молодец. Здорово, осталось еще три. Ну, пойдем открывать еще три. Ну, что тут у нас, рассказывайте. Ну, желе чуть-чуть вижу, сразу же. Вон там что-то вертится, крутится, как будто это на маяк похоже. А что с тобой произошло? Почему ты замерз? А, вон оно что. Тут битва смехом. Ой, утопился наш роботизированный дружочек. Короче, что мы имеем? Смотри. Вон там вот. Есть отверстие, куда мы должны чем-то попасть и сбить грязь. Поскольку здесь вот этих вот плит дофига, я хочу сейчас сделать из них себе лесенку. Надеюсь, у меня это получится. Ой. Хотел сказать, что надеюсь, у меня это получится, но... Ладно, с двумя справлюсь. Надеюсь, мне хватит двух. Опа. Главное, чтобы у меня батарейки не сели. А то если сяду, то эти камни просто упадут. Вот, я уже сюда подобрался. Ну, а теперь нужно просто попробовать туда попасть. Что, получилось? О, я что-то там отмыл. Это хорошо. Там переключатель есть. И мне теперь нужно как-то попасть. Есть одна идея. Есть. В прыжке. Вот. Давай, поворачивайся. Опа, ништяк. Вот и сработало все. Голова-то шарит еще, шарит. Сидан, ядрить, колотить твою чешуйчатую шкуру. Иди сюда. Это сила нужна. Конечно. Ага, благодарю. Ой-ой-ой-ой-ой, меня сейчас замолотит этим колесом. Молодец, Лин! Осталось еще два крана! Ну, а другой кран вот совсем тут рядышком, напротив. Сейчас мы сюда долетим. Хотя это не похоже на кран, это что-то другое. Ага. Кран где-то... А, ну вон там вот он спрятан. Давай подумаем, что мы тут можем сделать. Я вижу тут электричество какое-то, видимо. Или что это, не знаю. Тут что-то нужно смыкать. Да, скорее всего, электричество тут. Угу. Выходит, что нам нужно вот это как-то подвинуть. Или... А, вон, лопасти приделать. Давай сейчас попробуем. Ну-ка. Есть. Но этого недостаточно. Нужна еще одна лопасть, как минимум. Сейчас мы это сделаем. Итак. Ага, электричество поддается. Теперь нам нужен проводник. А самый лучший проводник это вода. Иди сюда. Во! Получилось.
Сидон, давай быстрее, пока бочка не взорвалась. Дай силу. А вот, собственно, и спуск. Я его увидел. Но там, смотри, что. Ух. Сидон, мне тут нужна твоя сила, по всей видимости. Если я буду в пузыре из воды, то я туда вполне смогу пройти. Сидон, ты где? Дай мне свой пузырь. Попробуем. Ага, точно. Прошли. Значит, сюда нужен камушек. Камушек. Ох, ёлки-палки, там шипы. А камушек вон где. Угу. Что ж, давай тогда перекидывать шарик. Я сейчас его прикреплю вот сюда. Ну и будем двигать. Вот таким вот образом. А я туда перелечу при помощи тюлина. А, тут даже тюлин не нужен. Слушай, кстати, есть одна мысля. Ну-ка. Он же там на сопли приделан. О! Вон оно что. Его, по идее, даже подрывать не надо было. Обычной стрелы бы хватило, чтобы снять эффект левитации с него. Большой занар. Ну, не зря я парился. Теперь вскарабкиваемся по стеночке. И достаем вон то. Вот и все. Можно даже попробовать затолкать его вместе с этой левитирующей панелью. О, он встал. Идеально просто встал. Сидончик. Посидончик, ты где? Ребят, вы Сидона не видели? Блин, Сидон, как ты меня задолбал, а? Мне твоя сила тут нужна вообще-то. А, он сюда пройти не может. Так, а как мне тогда твою силу-то взять? А, я загорелся. А, во, стой, сейчас. Я придумал. Сейчас я тебе проходик сделаю. Заходи. Не хочешь что-то? Ладно, я сам возьму твою силу. Ты справился, Лин! Отлично! Все амфоры заполнились водой! Лин! Теперь нам нужно включить главный терминал! Исчезла, это значит, что владение. Что такое? Слизьминос. Тварь, так это ты! Во всем виноват! Даю, только ты мне тоже силы свои дай. Надо его выбить из этого всего дела. Опа! Блин, не получилось. Ничего себе. Так, у меня, короче, есть другой план.
Я сейчас достану другое оружие, вот этот вот алмазный меч. И когда я нацеплю на себя пузырь Сидона, этот меч должен... Да! Дамаг увеличился. Все, ништяк. Сейчас будем ловить этого Чингачгука. На тебе! Где он? Где он? Где он? Вот он. Выскочил. Давай, лови, 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 лови его. Дубасть его. Все? Нет, не все. Оу, оу, сколько грязи сразу появилось. Слизь повсюду. Придется смывать ее водой во время боя. Придется. У меня есть вот такая вот фишечка. Может, она нам поможет как-то? Блин. Попался еноба под руку, хотя я Сидона хотел. Сидон, дай мне свои силы. Так, на перехват, на перехват, на перехват. Оу! Щит Сидона меня спас. Так. Сидончик где-то силу накопил? Давай. Я исправим, не переживай. О, да. Где эта мелочь пузатая? Куда ты? Блин. Надо убирать слизь. Либо гидрантики поставить. Куда он упрыгал-то? Он все вообще в грязь превращает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, и досталось мне. Такие лучше не пропускать. Конечно, такие лучше не пропускать. Все, я отожрался. Да блин, с этой слизью вообще жопа. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть! Есть попадание. Ну! Мальца осталось! Дай мне силы свои. Где он там прыгает? Туда надо попасть. Поближе, 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 поближе. Подойди поближе, скотина. Блин, а где вода-то? Сидон, засранец, где твой щит водяной? Почему он исчез? Давай сюда, дуй. Так, 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 так. Оу! Я опять прокукал щит. Сидон, не стой в стороне, двигайся. Двигаться надо. Иначе тебя сожрут. Так, что он делает? Готов! Есть победа! Я себе он бомбанул. Я только сейчас заметил, что у него на шее ожерелье со свистком. Он физрук, походу, местный. Сидон, мой дорогой потомок. Этот голос. Это ты все время с нами говорила? Я твой далекий предок, воин Зора, служивший первому королю Хайрула и мудрец, управлявший водой.
То, как ты сражался, впечатляет. Ты мой достойный потомок и гордость народа Зора. Этого монстра послал король демонов. Слизь, дело его рук. Он хотел помешать тебе заполучить заветный артефакт. Тайный камень. Король? Тайный камень? Да. И от них обоих зависит наше будущее. Сейчас я расскажу тебе о войне заточения и судьбе нашего народа. Это произошло в далеком прошлом, вскоре после основания Хайрула. Король демонов напал на королевство и его мирных жителей. Он был беспощаден. Первый король Хайрула, Раур, вместе с 6 воинами решил дать ему отпор. Для битвы с Ганондорфом Рауру дал нам тайные камни. Камни, усиливающие способности их владельцев. Один из них достался мне, как мудрецу воды. Тайный камень был при мне, когда началась битва. Но король демонов был слишком силен. Он пробил мою водную защиту и был очень быстр. Король Рауру осознал, что нам не победить короля демонов. Он пожертвовал собой, чтобы заточить его и положить конец битве. Война? Заточение? Чуть позже пришла одна из 6 мудрецов, мудрец времени, и дала нам задание. Ганондорф заточен ненавечно. Без особой силы Линку будет с ним не справиться. Прошу, дайте ему силу Зора, силу управлять водой. И в этот момент все было решено. Удалить Ганондорфа — наш долг. Клянусь, когда Ганондорф вернется, мудрец воды пробудется вновь. И я сражусь бок о бок с Линком. Я все рассказала о войне заточения и судьбе Зора. Благодаря тебе владения Зора спасены. Но король демонов рано или поздно вернется. Сидон, прошу тебя, возьми тайный камень и исполни мое обещание мудрецу времени. Сразись бок о бок с рыцарем Линком против короля демонов! Судьба ведет нас с тобой в бой вместе? Я пришел, чтобы спасти владения Зора. Но я не ожидал, что мне доверят спасти весь Хайрул. Я спасу Хайрул, как это сделал мой предок. Я возьму тайный камень. Я
Покажу тебе свою силу! Дай мне руку, Лин. Я Сидон, мудрец воды. Клянусь, что не покину тебя в бою. Возьми доказательство моих слов. Моя сила в этом кольце, и она всегда будет с тобой. Я рад, что мы вместе, Линк. Идем в мои владения. Линк, с возвращением. О! Ты уже видел, Линк? Слизь исчезла, ни следа не осталось. Словами не передать, как сильно я тебе признателен. Спасибо тебе, о герой, от всего сердца. Сидон? Помощь Линка невозможно переоценить, но и ты, защищая владение, проявил себя просто блестяще. Ты достойный преемник. В этом я никогда не сомневался. Поэтому, пользуясь возможностью, я хочу передать трон тебе. Отец, я... Это так неожиданно. Не для меня. Я думал об этом уже довольно давно. Сидон, пора. Взойди на трон и вместе с твоей королевой Ионой приведи владение Зора к лучшему будущему. Я король? Благодарю, отец. Я не подведу тебя. Достойные слова. Пора короновать нового короля. Лучший мечник Хайрула будет свидетелем этого знаменательного события. Тишина! Я принял эту корону от своего отца, благородного Дорифана. Я новый король владения Зора. Ага. И этот прекрасный момент я рад разделить с любимой Йоной. Теперь моей королевой.
Василиса нам больше не грозит. Теперь мы можем без опаски плавать под этим прекрасным небом. Все благодаря королю Сидону, рыцарю Линку, который сейчас с нами, и вам, дорогие жители владений. Я очень горжусь тем, что буду теперь одной из вас. Увы, еще не все наши беды позади. Верно! Пока волна хаоса сотрясает Хайрул, мир во владениях Зора так же хрупок, как отражение на водной глади. Теперь очередь Зора помочь Линку. Мы должны сделать все, что в наших силах. Это наш с Йоной королевский долг!